Вон он стоит. Прям ровно 3 часа за кустами. Да я вижу его. Че, ау, слайс? Не слайс. Термоядерный коктейль. Близко не подходи к нему. Так, по мне какой-то ободон стреляет, слышь? Еще одно тело здесь, вижу. Вижу. Тоже патруль. Кореш его, наверное. Тут сбежаться. Давай, он там где-то его потрепал, лечиться сейчас должен. Минус. Этого облутал. Хотя этот, блядь, сука, тоже, блядь, с ППШ мне нахуярил, нихуёво. Ну? Гапуешь его, не? Написал что? Да. 5 секунд. Краткость свеца таланта. Но. Добивай его нахрен. Дела. Конечно. Чё там? Пачка медицинских бинтов. Не валим его. 10 косарей с него бери, напишешь ему, я прикрою. Раз, к бате. К бате, к бате. О, он платит, платит, слышь? Да. Чё у него там? Десяточку заплатил. Тир Бразерс, блядь. Полетели. МК-12. Да-да-да. Кого там усмотрел? Да я слышу только, я на звук иду. Блять, залагала так какая. 7 FPS. Смотри, а как... вот он, прям где-то здесь. А вон он. Тут за деревом стоит. Вижу, пачка. Пачка. Я лечу! Ух ты, сука, смотри, стреляй. Ой, слышь? Нахуй. Вперед, батьки залез. Не подходи к нему, гапуем. 5 секунд, время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Нахуй. Подушка. Сальник. Вложил. Это что-то новенькое. Видишь, нет никого. С одиночкой один разговор простой. Да ладно, он что, пустой тут был? Не успел накопать. На радиовышке, блин. О, как у меня кукушку-то съел, это уж вообще. Я, говорит, ваши РП смотрю, вся фигня, можно к вам? Я говорю, на форум. На какой форум? Блин, это, говорит, не по-пацански. Да твою налево, сука. А я, короче, ну, гапу и все как обычно, да? Гапанул, писал ему, короче. И, бля, смотри, начинает цагаться с меня с двух сторон. Ну, я тупо, естественно, добиваю, блядь, начинаю над с теми работать. Он написал, а где РП? Что за фигня, блядь? Суки. Че вещать-то? Про березки. Красота. Заебись, чтобы костер разжечь, да, где-нибудь здесь посидеть? Вообще четко. Тело ты ёбнешься. Пошь тело. Ну ты заколебал, а перед батьки постоянно лезь. Пострелять даже не дам. А чё ему там 23, если он с бахом бежит? Ну да. Как бы второго не был. Да, ищи второго. Бинтики. А он сгружал что-то, он груженый, наверное, зараз. Молчи. Ты чего молчишь? Чего молчишь? Следи за вторыми, мало ли что это будет. Не, молчок. О, гранат всего скинул. Ну,
Да вот он, блядь. Живой еще? У меня. Да, живой орден. Да где ты убежишь? Фу ты, блин. Да вот он, блядь, валяется. Ёшкин ты вот. Я думаю, что-то аномалия такая, знаешь, резко так, думаю, не вроде камень не кидал туда. Хуяк, тело, блядь. Ну, блядь, сука, так прилег аккуратно, я его и не вижу ни хрена в этой графике. Молчит, хочет, наверное, на респун. Да, ну сейчас можно, конечно, подождать побольше. Слышь, блядь. Нам сегодня на этот самый, на подухе везет. Тихо, жарко. Вижу. Это спасла хуйня. Минус. Блин, опять. Бля. Это тот же. Он уже был. Да. Копалка это с МК-12. Не подходи к нему близко. Да, я так стою, жду. О, ох говорит, нет. Ох говорит. Иди, короче, гапуй его. Вернее, прикроешь. Да мне даже поднять его нечем, блять, сука. Блять, мне тоже. Антирадом, что ли, попробовать? А не, у меня маленькая есть автомобилка. А он сейчас сам станет не гордый. О, да. Возьму-ка я есть на эту пизду. Ты же ему написал, блядь. Вроде готов. А, с МК-12 хули сделает. Да. Это как это, помнишь, тогда встал такой? Что-то я... А, нет. Я иду, он говорит, слышь, он тебя хочет видеть. Я говорю, ебать, я ему что-то такое стоит. А, он свахай. Так, знаешь, разочарованно. Смотри, может выйти. Не, платит. Красавчик. Понеслась.